Приветствуем вас, уважаемые любители покера, карточных игр, да и просто любители качественных игральных карт. Вы на канале ZAV. Сегодня мы с вами будем говорить о пластиковых игральных картах. Все мы знаем, что карты бывают бумажные и пластиковые. Вся прелесть пластиковых карт в том, что они не боятся влаги. То есть, если вы намочите пластиковые карты, то им ничего не будет. Вы их просто высушите, положите в коробку и до следующей игры. Когда как с бумажными картами это не прокатит. Вы намочите бумажные карты, и скорее всего вам придется их выкинуть, потому что они потеряют свои карточные свойства. Так вот, друзья, хочу сказать, что мы находимся в Новосибирске. У нас на складе большое количество различных карт, разных производителей, различных характеристик. Если вы хотите купить карты, то вы можете обратиться к нам в любое время, любым удобным для вас способом. Также, друзья, у нас есть в наличии карты Фурнир 2818. Это очень известные карты среди игроков покера. Вот, испанского производства. Карты Фурнир 2818 производятся уже на протяжении многих лет и пользуются огромным спросом среди профессиональных игроков карты. Пожалуй, начнем, значит, наш обзор с вот этих вот карт. Да, у нас есть карты Poker Club, Poker Stars и Texas Hold'em. Ну, еще есть такие обычные карты без бренда, да, какого-то. У нас есть карты различных ценовых категорий, поэтому спрашивайте. Значит, карты от 50 рублей и выше, то есть самые разные есть. Вот. Значит, начнем вот с этих карт Poker Club и Poker Stars. Если вот обычный человек, да, посмотрит на вот эти две черные колоды, да, ему может показаться, что это одинаковые карты, то есть одинаковые колоды. На самом деле нет, эти карты разные, это Poker Club, это Poker Stars, они разных производителей, имеют разные характеристики. Значит, по толщине эти карты 0.30 мм, когда как Poker Stars, вот эти карты черные, у них толщина 0.32 мм. Да, когда вы их будете держать, это ощутимая такая разница. Вот, значит, сейчас я отложу эти карты сюда вот и откроем и карты Poker Club, покажем, как они выглядят. Также, друзья, в картах Poker Club у нас, в колоде Poker Club у нас 54 карты. В Poker Stars у нас, значит, 55 карт. Там специальная карта для раздачи идет, красная либо черная. Так вот, Poker Club выглядит вот так вот. Значит, с двух сторон такое гладкое покрытие. Да? На рубашке у нас написано Poker Club. Рубашки у Poker Club бывают красные, да, вот эти вот, и синие. Вот. Покажу, как выглядит у нас рубашка. Такая рубашка с белой кромкой. И лицо у нас выглядит... Лицо выглядит вот так вот. Да? Вот возьмем, наверное, короля с тузом. Покажем поближе. Видите, да, они такие глянцевые, блестящие, такие гладкие с двух сторон. Вот. Значит, покерного размера. Покерный размер это 63 мм на 88 мм. То есть 63 мм на 88 мм. Есть еще бридж размер, да. Это 57 мм на 88 мм. Так, возьмем мы, значит... вот эти карты, Texas Hold'em, да, как раз таки вот она, 55-я специальная карта для раздачи, для снятия карт, вот, и рубашка у этих карт вот такая, рубашка бывает красная, да, вот такая вот, либо синяя, вот, в красном и синем цвете они идут, вот так вот выглядит рубашка у нас тут, да, и сейчас я сделаю вот так вот. Вот она рубашка. Да, и покажу, значит, лицо. Так, упс, не то сделал. Лицо у нас выглядит вот так вот. Таким образом. Да, вот, например. По звуку можете слышать, что это пластик стопроцентный. Вот. Значит, друзья. Вот такой у нас звук. Да, можете еще... Слышите, что это 100% пластик. Вот. Сейчас попробую еще сделать вот так вот. Упс. Упс.
Вот, значит, это у нас Техас Холдем, да. Убираем их обратно и приступим сейчас к разбору наших карт Poker Stars. Это, кстати, тоже известные карты, это известный бренд на самом деле. Вот. Тоже пользуются большим спросом среди игроков. Они у нас есть в наличии в большом количестве. Вот она, здесь у нас красная карта, да. Здесь, кстати, такое на рубашке такое рифленое покрытие, с другой стороны гладкое, да. Так, значит, вот так вот выглядит рубашка у Poker Stars. Вот. Это у нас, кстати, джокер. Да, и здесь должно быть два джокера. Сейчас я второй джокер найду и вам покажу. Вот он, как раз таки, наш второй джокер. Да? Значит, рубашка выглядит вот так вот. Такая рубашка у этих карт. Вот. Значит, и покажу-ка я, наверное, еще лицо. Лицо выглядит вот так вот, да. Вот. Сделаю-ка я с ними еще то же самое. Так вот, друзья, хочу также сказать вам, что мы отправляем игральные карты по всей России, да и в любые другие страны. Если вы хотите их купить, вы можете к нам обратиться в любое время, опять же, любым способом. Пишите комментарии, пишите нам WhatsApp, Viber, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал, у нас будет много еще всего интересного. Спасибо вам за просмотр данного видео. Успехов вам в игре, всего вам самого доброго, крепкого здоровья, до новых встреч!